Всем привет, с вами Ростиксон. С наступающим Новым Годом! Сегодня расскажу, почему я люблю сеть Binance Smart Chain и по такому случаю розыгрыш $30 BNB. Скоро обо всем узнаете. Если ждешь BNB по $1000, то ставь лайк. А бонусом для тех, кто досмотрит видео до конца, будет моя история, связанная с BNB. Binance Smart Chain – это сеть блокчейн, созданная для приложений на основе смарт-контрактов. Binance Smart Chain поддерживает виртуальную машину Ethereum, которая позволяет запускать приложения на основе Ethereum, такие как MetaMask. Binance Smart Chain особенно мне нравится тем, что комиссии очень маленькие в сравнении с тем же эфиром, когда там только комиссии можно заплатить на $400. И такую точку разделяют многие, поэтому Binance Smart Chain так стремительно развивается. Платформа работает на основе модели консенсуса Proof of Stake. Собственный токен Binance Smart Chain Binance Coin BNB может быть поставлен в стейк для участия в обеспечении безопасности сети и голосования по протоколам управления сообществом. Binance Smart Chain сочетает в себе Delegated Proof of Stake и Proof of Authority для достижения сетевого консенсуса и поддержания безопасности блокчейна. Proof of Authority известен своей способностью предотвращать атаки 51%, а также своей устойчивости к византийским атакам. В этой модели есть избранные валидаторы, которые принимают участие в подтверждении транзакций в сети и получают задания по созданию блоков согласно Proof of Authority, а в процессе их ставка и репутация находятся на рассмотрении сообществом. Чтобы стать валидатором, пользователь должен поставить свои BNB. Эта консенсусная модель позволяет Binance Smart Chain достигать 3-секундного времени подтверждения блока. Если предложенный валидатором блок добавляется в цепочку, он получает в качестве вознаграждения комиссию за транзакцию, содержащуюся в этом блоке. Валидаторы благодаря своим BNB получают вознаграждение. Но чтобы стать валидатором, нужно иметь много BNB. Кворум валидаторов необходим для защиты сети Binance Smart Chain. В блокчейне всего 21 валидатор, которые избираются стейкерами BNB каждые 24 часа. Кто угодно может быть кандидатом на избрание в качестве валидатора, но будут выбраны только 21 узел с наибольшей ставкой. То есть валидатором могут стать только лучшие. Binance Smart Chain также реализует разрезание, слэшинг, чтобы лишить злоумышленников стимула к валидированию неточных транзакций или двойных списаний. Слэширование предназначено для того, чтобы разоблачить злоумышленника и сделать для него попытки атаковать чрезвычайно дорогими. BNB является собственным служебным токеном экосистемы Binance. BNB в основном используется для оплаты комиссий, стейкинга и перевода активов. BNB также можно использовать в работе смарт-контрактов на Binance Smart Chain, в лаунчпулах, лаунчпадах. В общем, о BNB можно долго говорить. А сейчас я расскажу, как выиграть $30 в BNB. Напишите, почему вы пользуетесь Binance Smart Chain и одну любимую монету в этой сети. Но еще нужно подписаться на мой телеграм-канал и сообщество Binance Smart Chain, ссылки в описании. И рандомный комментатор, который выполнит эти условия, выиграет $30. Всем удачи! Так вот, о BNB можно много говорить. Как мне кажется, лучше всех из блогеров о BNB рассказал Руслан Чанасов. Посмотрел его видосы около года назад про BNB, другие статьи о монете и понял, что у монеты отличная основа и перспективы. Мои ожидания оправдались. Жалею только о том, что купил мало и рановато продал, но продаю частями. Также оставил BNB на долгосрок. В этом видео вы узнали больше о Binance Smart Chain. Ставьте лайк, если ждете BNB по $1000 и участвуйте в моем розыгрыше. Экосистема постоянно развивается. Все больше прорывных монет на Binance Smart Chain. С наступающим! Желаю всем счастья! Я привел лишь малую часть аргументов, почему я люблю Binance.